Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится со 2 по 9 февраля. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику воздух всего лишь 5 раз. Ну а для ее выполнения вам потребуется всего лишь оторвать машину от земли на какое-то время. Главное постараться сделать это аккуратно. За второе испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам потребуется Ford GT 2017 года. Ну а нужно продемонстрировать технику на грани фола 20 раз. Ну а для ее выполнения вам потребуется на большой скорости проезжать мимо автомобилей. Ничего сложного, главное постараться не врезаться. За третье испытание можно получить 100 тысяч кредитов. Вам необходимо победить в сетевой гонке. Здесь придется полагаться только на ваше умение ездить и на ваш автомобиль. Здесь, к сожалению, советов я вам дать не могу, так как сам потратил очень много времени на поиск нужной гонки. Просто нужно постараться победить. Для последнего испытания вам понадобится автомобиль марки Ford. Никаких сложностей, достаточно просто выиграть любую гонку. Ну а приз за последнее испытание — это Ford Mustang Boss 302 с бонусом на опыт. А на этом все, друзья. Не забудь подписаться, если еще не сделал это. Ну а если сделал, то поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.